Да что-то мне не хочет. Что его мучает-то? Кстати, модель у нас 31.00. Я в ящике доставал уже такую плату. Так что, возможно, еще и соберу рабочий телефон. Ну, правда, я плату-то не проверял. На работоспособность. Не знаю, работает она мне или нет. Вот, ребята, такую я модель хотел очень давно. Я даже нашел на нее корпус. Ну, гляньте, здесь даже пузырек плавает. Нашел даже на нее корпус, но купить не купил, потому что у меня телефона самого не было. А вот теперь есть телефон, а корпус купить не смогу, потому что закрылись все на карантин. Как это? Нифига себе. Блин. Опять нам нужна отвертка наша. Так. Оба-на. Так, вот все. О, гляньте-ка. Еще и сим-карточка МТС стоит. Ну, проверим. Здесь, наверное, тоже, да, маленькая стоит. Да нет. А ну да, маленькая должна быть. Интересно, рабочий? Как думаете, рабочий, нет? Блин, офигеть, если он не рабочий. Но у него почему-то кнопка не нажимается. Может быть, дело у нас в кнопке? О, запищал. Да, вот, смотрите, заряд пошел. Как вам показать-то? Вот. Все, значит, плата живая. Значит, у нас только дело в кнопке. О, это отлично. Это прям хорошо. Блин, резина насыпалась с него. Офигеть, блин. У меня такое, я о таком не читал просто вообще раньше. Типа, были влагозащищенные там, туда-сюда. Так, ну опять переходим к китайцам. Блин, китайцев куча просто. Это какой-то Kinex, и модель даже назвать не буду, потому что, ну, никому это не интересно. Вот смотрите, повырывали все контакты, просто вот что за человек был, блин, вообще я в шоке вот с этих идиотов, зачем так делать? Ну да, включился, но экран весь разбитый, просто, ну блин, ну ударил ты экран, ну да, вот зачем вот это вот делать, просто выбили, выдрали все гнездо. Вот зачем? Вот теперь я с него не знаю, что с него взять. Плату. Плату выпаивать надо. А я паяльную станцию заказал себе с Алиэкспресс. Теперь когда она придет, хрен его знает. Ой, не будем о плохом. Так. Это у нас Samsung. Какой-то очень интересный, тонкий. У меня такого даже, честно говоря, и не было. Где у нас самсунговская батарейка? Попробуем подпихнуть. Ага, у нее еще и батарейка другая должна быть. Не, наверное, думаю, так не прокатит. Ну да, не прокатит. У меня такой и нету, это что за прикол вообще? Модель у нас G150. Если кому интересно. Цвет красивый такой. Не знаю, розоватый что ли. Какой-то. Прикольно смотрится. Такого у меня точно не было. Не попадался даже такой. Ну, это хлам. Что это у нас еще? Отпавшая. Не знаю. Смысл его проверять есть. Батарейка аж заскакивает сюда. Выпало. Ну, блин, смысл проверять это вообще. Здесь все повыпадало. Тоже. Сегодня привет передам человеку, которого купил все это. Саджем. Офигеть. X2. Классный. У меня был такой же, ну, наподобие.
Батарейку держал дико долго, я вам говорю, вообще просто. Как она хоть открывается-то, крышка? Или может надо щелкнуть и отбрать ее? А, ну да. Батарейка, офигеть тут. Контакты зачищены, прям аж блестят. У меня еще какой-то лежит саджем или саджем, не знаю, как правильно ударение ставить. Вот, у него батарейка двухконтактная, и, блин, он классный вообще, я говорю, даже ходил бы с ним как в качестве второго телефона, но, блин, батарейки такой у меня нету. Nokia T-Mobile. Ну, тут бессмысленно его пробовать, потому что он разорванный весь. Еще и намоченный, видать, где-то был. Намоченный, либо утопленный, не знаю. Ну, кривой весь. Видно, что он переломанный на две части. Так, о! 3310. Офигеть, вот это динозавр. Блин, я уже не помню даже, честно говоря, как с него крышка снимается. По-моему, нужно надавить и вверх, что ли. Блин, это позорище, прикиньте, забыл. Вообще. Это да. Дожился. О, точно. Я сижу, думаю, блин, правильно, неправильно. Батарейка это с Nokia 3320. Ну, в принципе, чуть меньше, но запуститься он должен, если он рабочий. Ну, походу, он не рабочий. Интересно, контакты у нас совпали? Ну вот, если вот так вот, то они прям четко должны совпасть. О, пошел заряд. Есть. Живой. Блин, севший. Ладно, пускай заряжается. Продолжаем. Так. Это у нас Digma. Платы нет. Чисто модуль. Убираем Nokia. Классная моделька. Интересная, рабочая. Блин, даже, по-моему, на ней вот эта вот надпись Nokia должна быть подсвечена. Вообще будет шикарно, если та эта модель. Ты как-то открываешься. Блин, здесь с прорезями еще. Значит, батарейка севшая, убираем ее. Что-то на экране поприлипало. Ну да, здесь что-то не то. Не, ребята, это походу... Блин, хотя может и та модель. Ну, здесь в нашем случае не светится ни хрена. О! Слышите? Блин, только же пикал. Это значит, что? Значит, либо шлейф, либо дисплей нерабочий. Будем заниматься этим делом, рассмотрим его повнимательнее, потому что телефон хороший. Nokia 5700, ребята, представьте, я его нашел наконец-то. Правда, состояние плачевное, крышки нет, все поотваливалось, но зато он рабочий. Мне сразу написал человек, что он в коробке есть, и он рабочий. Я был вообще, ребята, я счастлив был, я вам говорю. В хорошем состоянии их вообще найти можно, конечно, но от 1500. Честно говоря, мне жаба душит за такую сумму покупать телефон, ну, с которым ты ходить не будешь.
Это, знаете, есть там коллекционеры, которые там вот возьму, пускай там стоит в коробке, там в ящике. Блин, что это такое? Какие-то мурашки. Мураши бывают, когда батарейка либо не подходит, либо китайская, либо севшая. Во, запустился. Первое, что я хочу, это проверить наличие хорошего звука в нем. Потому что его все любят за звук. Типа стерео там. Это надо в меню уже зайти. О, тут есть быстрый этот доступ к галерее. Правда, стерео. Офигеть. Так, что у нас клавиатура троит? Интересно. Блин, батарейка отошла. Ну ладно, ну блин, рабочий уже, офигеть. Надо только на него найти нормальный корпус. Но я сколько смотрел, корпуса на них идут, по-моему, черно-белые, что ли. Типа черный этот пластик, белое вот это, либо наоборот. Ну, фигня, короче. Так, это у нас что? Это у нас что-то китайское. Ого, 3D-звук, типа, у нас тут. Ну да. По сравнению с 5700, я посмотрел, как ты звучишь. Никак не звучит он, короче. Даже включаться не хочет. Ну, еще, по идее, сенсорный, что ли, или что-то такое. Блин, думал, это Fly. Это какая-то китайская хрень. Даже надписи нет. Это что у нас? Это у нас либо 5700. Ой, 5200. Да, 5200. Испытаем тебя. Сходу. Тык. Куда тыкаю? Блин, у него уже здесь, сверху. Кнопочка. О, завелся. Давай, родной. Обожаю эти модели, блин, вообще мне прям нравится. У меня пакет уже таких лежит, и я все равно их собираю. Блин, ну да, здесь что-то с ним не то. Вообще не кайфовые телефоны, мне прям вообще, я тащусь от них. Продолжим. Fly. Ого. Офигеть. Мне, кстати, на такой лежит новый сенсор. А вот дисплея, к сожалению, нет. Кстати, тут же плата от такого валяется, точно. Ну, здесь-то, видите, плата рабочая, здесь бы дисплей сюда хороший. Ладно, не будем его мучить. До проверенных тебя. Очередной Кенекси. Ну, хотя бы контактная площадка есть, это уже радует. 3,7 вольт, 1000 ампер часов. Вообще прям темовский типа телефон. Оба-на. Ты глянь. Без музыки даже. Странно.
что очень странно. Календарь. Ну, здесь своей памяти нет. Так что не думаю, что здесь что-нибудь будет в нем. Вообще подглючивает. Ну, прикиньте, да, сколько в ящике пролежать, потом у меня еще стоял этот ящик, пылился, чтобы потом попасть на обзор. Ну, рабочий, это уже хорошо. А, тут, тут он динамик или вырван. Ну, два варианта, либо здесь динамик вот вырван, либо там что-то застряло. Так, винт какой-то, что ли, не пойму. Fly. Что-то они, блин, все одинаково идут. Блин, по-любому дисплей разбитый. Тут гадалки не ходи. Это плюсик или крестик? Кстати, тут где-то вот лежит такой же самый. И у него тоже на экране плюсик либо крестик. Я не знаю, это как человек помечал, что это либо хороший, либо плохой. Сейчас мы это с вами и узнаем. Мы с вами сейчас и узнаем. О, что это такое? Это где-то коротыш в нем сидит, стопроцентный. Если он сам так делает, то это значит в нем коротыш. Блин, а флай симпатичный такой, ничёшный. Тут тоже что-то крестик нарисован. Ну, я думаю, это дохляк, скорее всего. Иначе, чё бы он рисовал бы тут? Нифига здесь батарея ещё должна быть. Сколько она, полгода должна держать здесь батарейку? Ну да, это значит крестик, это значит нерабочий. Это что-то вообще с двух собранный. Ого. Ты не знаю даже, кому такой нужен. Это старый, древний кал. Я не знаю, кого называть. Ух ты. А это прикольный Samsung. О, как на Nokia у меня здесь был. Где-то лежал. У меня тоже такая этот, крышечка с таким винтиком. Прикольно. Типа пыли влагозащищенный. Классный. Я бы с таким бы походил бы, наверное, даже. Хоть бы батарейка у него была обычная. Ну да. По идее, должна подойти. Ну, естественно же, если телефон интересный, то хрен он будет рабочий.